Добрый день, меня зовут Елизавета Сырых, я студентка первого курса направления международный бизнес. И сегодня мы беседуем с преподавателем английского языка. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Быстрова Елена Вячеславовна. Я преподаю английский язык в Высшей школе бизнеса. Оцените в нескольких словах важность вашего предмета для практической работы молодого специалиста. Я думаю, переоценить или недооценить важность английского языка в работе любого специалиста, любого отрасли, достаточно сложно в нашем мире. Мне кажется, что это основной или один из основных инструментов, которым наши студенты будут пользоваться и во время учебы, и после. Хорошо. В каких отраслях бизнеса необходимо знание вашего предмета? Опять же, я думаю, что английский язык для бизнеса является основным способом взаимодействия, обмена идеями, передачи информации. Мне сложно даже представить область бизнеса, в которой можно обойтись без английского языка, особенно если это международный бизнес, да, международный уровень. Необходима коммуникация, необходимо разбираться в документации, необходимо ориентироваться в больших потоках информации в наше время. Да. Я думаю, что вот наша дисциплина будет очень большим подспорьем для студентов и сейчас во время их академических изысканий, и в будущем в профессиональной сфере. Как вы видите перспективы для своего предмета и для тех, кто его изучает в связи с диджитализацией современного мира? Да, замечательный вопрос. Тема действительно очень актуальна в современном мире. Искусственный интеллект и большое количество технологий, связанных с изучением языка и пользованием языком, конечно же, меняет картину мира и того, как мы взаимодействуем с языком. Но несмотря на то, что большое количество разговоров ведется вокруг того, что искусственный интеллект, Google Translate заменят переводчиков, заменят преподавателей и вообще упростит всю сферу взаимодействия с языком. Мы думаем, что такие технологии не могут заменить креативность, творческий потенциал наших студентов в том числе. Но мы стараемся их обучить правильно пользоваться данными технологиями, то есть как сориентироваться в изменениях современного мира и как сделать так, чтобы эти технологии приносили максимальную пользу с наименьшими затратами, высвобождали большое количество времени, да, которое можно потратить на какие-то полезные, интересные, да, занятия, в том числе в профессиональной сфере. Можно ли изучать ваш предмет самостоятельно, воспользовавшись одним из многих имеющих учебников, при этом не ходя на лекции и семинары? К сожалению, нет. Наш предмет, наш аспект — это исключительно практическая часть. Да? Необходимо... Мы на занятиях мало уделяем времени теории как таковой. Да? То есть она нужна в небольших аспектах, но в небольших количествах. Но в первую очередь это практика, это взаимодействие, потому что английский язык на продвинутом уровне, который мы преподаем, это уже не столько сам язык, сколько умение что-то делать с помощью этого языка. Никого в мире особо не удивишь знанием языка как такового. Всем интересно знать, что ты можешь на языке. И вот это вот, что ты можешь, мозг может записать только тогда, когда ты это делаешь. Есть опыт? Можешь, умеешь. Нет опыта? Соответственно, нет. И так как все-таки у нас коммуникативный курс, и основное внимание уделяется коммуникации, как устной, так и письменной, то здесь, конечно же, необходимо присутствовать, необходимо взаимодействовать, ошибаться, учиться на ошибках собственных и чужих, постепенно расти теоретически. Сложно, да, можно выучить какое-то количество слов, но ими же нужно пользоваться, да, нужно получить обратную связь. Нужно посмотреть, как другие студенты с этим справляются. Да? Вот это все возможно только на занятиях. Хорошо. И последний вопрос. Какой совет или пожелание вы хотели бы дать первокурсникам? Спасибо за замечательный вопрос. Я бы посоветовала, во-первых, задавать вопросы, да, потому что они немного зажаты приходят, и... А мы, наоборот, очень открыты. Мы очень хотим помочь. Нам не безразлично глубоко, каких успехов они достигнуты, с какими проблемами сталкиваются. Это первое.
смелее идти на контакт с преподавателями. И второе – тайм-менеджмент. Да, простите за англицизм, но я считаю, что очень важно научиться предварительно, до того, как вы начинаете учебу, правильно распоряжаться свободным временем, потому что здесь больше свободное время в институте, оно предназначено для самообучения. Да, и не всем это сразу становится понятно. Вот я бы советовала немного обратить внимание на эту сферу. Хорошо, спасибо большое за данное интервью. Спасибо вам, Елизавета.